Ребята, всем привет! Вы на канале Мультяшки Развивашки. И сегодня, ребята, мы снова с вами поиграем с нашим любимым котиком Томом. Ух ты, ребята, посмотрите! А это лучший друг нашего котика Тома. Это котик Шериф. И наш Том, ребята, сегодня пригласил Шерифа к себе в гости посмотреть футбол. Так, по-моему, наш Шериф проголодался. Давайте его немножечко покормим. А вот и сам наш котик Том. О, ребята, посмотрите, какой он у нас сегодня красивый. Он сегодня у нас бриллиантовый. Ребята, и сегодня у наших котиков будет ежедневное задание. Им нужно будет сыграть в игру соединение. Так, давайте, ребята, немного искупаем нашего котика Тома. Ух ты, отлично, ребята, посмотрите. Наш Том перешел на следующий, 38 уровень. Кстати, ребята, а вы уже играете в эту игру? Если да, то поставьте свой лайк и напишите в комментариях, на каком вы уже уровне. Так, ребята, а мы у Шерифа заменим немножечко его кухню. Давайте сделаем ее в футбольном стиле. Давайте посмотрим, какой есть подходящий холодильник. Отлично, есть спортивный холодильник. Заменим обои. Отлично, есть специальные спортивные обои. И заменим окно. А наш Том, ребята, тоже проголодался. Давайте его угостим какими-нибудь вкусняшками. Ух ты, ребята, отлично, посмотрите, какое есть красивое окно стадиона. И оно нам очень подходит. И Шерифу нашему, по-моему, очень нравится. Ну что, ребята, попробуем выполнить ежедневное задание? Ребята, сегодня нам нужно заработать 65 очков в игре соединения. Кстати, ребята, а какое ежедневное задание сегодня было у вас? Напишите нам в комментариях. Очень интересно, кому же удастся выполнить ежедневное задание? Котику Шерифу или нашему котику Тому? Посмотрим, посмотрим. Ребята, а вы уже подписались на наш канал? Если еще нет, то обязательно подписывайтесь. На нашем канале вы найдете много интересных видео про котиков и про кошечек и много-много других интересных видео. Ребята, а в этой игре нам нужно соединять одинаковые по цвету кружочки. И, по-моему, у нас неплохо получается. Ребята, посмотрите. Котенок Шериф уже на 8-м раунде, а наш Том еще на 5-м. Давай, Том, поторопись. Кто же выполнит сегодня ежедневное задание? Ребята, а вы уже играли в эту игру? Если да, поставьте лайк. Так, ребята, наш Шериф не успел выполнить задание, так как закончилось у него время. А давайте-ка попробуем еще разочек. Так, наш котик Том на 9-м раунде. А Шериф, ребята, уже начал с 1-го раунда. Так, наш котик Том тоже, ребята, не успел. У него закончилось время. И попробуем с 1-го раунда. Вот так, отлично. Итак, ребята, 4-й раунд у нашего Тома и 8-й раунд у нашего Шерифа. Кто же выполнит задание? Да, ребята, это, по-моему, не самая легкая игра. Здесь бывают такие головоломки. В
Вот так, отлично. Так, 7-й раунд у Тома и 10-й раунд у нашего шерифа. Кто же выполнит задание? Ребята, а как думаете вы, кому удастся выполнить задание? Ух ты, отлично! Котику-шерифу удалось выполнить ежедневное задание. Отлично! Давайте посмотрим, а Тому нашему удастся выполнить задание. Том, давай, поторопись. Осталось совсем чуть-чуть. Ребята, а пока наш Том выполняет ежедневное задание, наш шериф решил подготовиться к футбольному матчу. О, ребята, посмотрите, нашему Тому не удалось выполнить задание. Как жаль. Ну что, Том, пойдем в гардеробчик и тоже подберем тебе какую-нибудь футбольную форму. Посмотрите, какая отличная форма у нашего шерифа. И давайте сделаем ему, ребята, еще светлую эмо-стрижку. Какая она прикольная. Ну вот, ребята, наш шериф уже готов идти в гости к нашему котику Тому. Так, ребята, а мы нашего Тома сделаем обычным Томом и будем подбирать ему форму. Давайте посмотрим, поищем. Так, вот, отлично, ребята, посмотрите, футбольная форма есть. И подберем какой-нибудь головной убор или прическу. Ребята, а может быть сделаем тоже нашему Тому эмо-стрижку? Давайте посмотрим. Вот, ребята, отлично, темная эмо-стрижка. Прикольно, и можно поменять глазки нашему котику Тому. Вот, ребята, давайте сделаем зеленые глазки. Отлично. Вот наш котик Том уже одет. Давайте обновим комнату нашего котика Тома. Так, заменим пол. Заменим ковер. Отлично, коврик, футбольное поле отлично нам подойдет. И еще, ребята, обязательно нам нужен телевизор. Современный, классный телевизор. Так, заменим кресло. Вот, отлично, спортивное кресло. Заменим цвет обоев. Ух ты, отлично, обои со светлячками. И заменим картину. Так, давайте поищем подходящую. Класс, спортивная картина, то, что нам нужно. Ну вот и все, ребята. Гостиная готова к приему гостей. И наш Том тоже уже готов принимать своего гостя. Ребята, ну а на сегодня у нас все. А вы пишите нам свои комментарии, ставьте лайки. И не забывайте подписаться на наш канал. Мы всегда рады новым друзьям. Всем пока-пока!